ринг приглашается четвертая пара боксеров Кирилла Величко, Умань, Артем Крестовой, Спартак. Приготовится Дмитрий Выдрик, Умань, Константин Дзюбайло, Умань. Боксеры готовы. США. Боксом занимается 5 лет, провел 46 боев, 34 одержал победу. Является участником чемпионата Украины. Тренируется под руководством Виктора Петриченко. Давай, молодец, Артём. И тот, давай.
В этом бою победу и звание чемпиона Черкасской области по боксу 2015 года в весовой категории до 50 кг завоевал Кирилл Величко. Умань.
За второе место награждается Артем Пустовой, «Спартак». Награждение проводит мастер спорта СССР Зуфар Мельтанов. Чемпионом области стал Кирилл Величко. Умань награждается дипломом первой степени и медалью за первое место.